Опускаем пищевые жидкие красители в горячую воду. Ждем, пока пищевые красители станут более жидкими. Да? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покрасим яйца самым простым способом. Для этого нам понадобятся пищевые красители, отварные яйца, еще горячие, только из водички. И, конечно же, ребенок. Ребенок? Итак, как мы будем это делать? Смотрите, эту процедуру лучше проводить в перчатках или, если нету перчаток, использовать обычные пищевые пакеты. Вот таким образом. Яйца предварительно высушиваем. Это можно делать полотенцем, салфеткой или полотенцем бумажным. Так, у Максима большое яйцо, у Катюши поменьше, да? Перепелиное. Давай, бери, зайка, еще и обсушивай. Сухие откладывай в сторонку. Перед покраской яйца обязательно высушиваем. Они еще горячие. У нас все готово. Берем пищевой краситель. Катя, какого цвета ты хочешь? Фиолетового. Фиолетовый. Ну, давай. Вот. И чуть-чуть капаем на яичко. Так как у Кати маленькое оно. Давай. Тихонечко ручками растираем, да, Катюша? А я возьму большое. И делаю то же самое. Так, у Кати уже готово. А у меня подожди. Еще нет. Еще побольше можешь даже. Можешь побольше капельку. О, давай, и себе. Мне хватит. Себе, все. Себе. Так, отлично. Клади на салфетку. Умница. Давай размазываем. Тихонько, не спеши. Да. Катя вот разукрашивает яичко. Как будто растирает он. Да, растирай пальчиками. Так, растирай хорошенечко. Папа, покажи, как ты. Вот, смотри, какое у меня получилось. Так. Яичко. Такое... Интересно. Как правильно сказать? Как перламутровый. Перламутровый, да, цвет такой. Блестящий, красивый. Так. Вот Катюша уже покрасила. Это красный. А смотри, какой у меня получился красивый. Вот такие у нас получаются яйца. Давай чуть-чуть красителя такого. Размазывай. Размазывай, Катюша. Потом желтенького еще, да? Посмотрим, что получится у нас. Да. Еще чуть-чуть, давай. И чуть-чуть желтенького. Оп, даже много, но ничего. Цвет должен получиться красивый. Так. А я буду красить. Сколько ну вот, отлично. О, класс, супер. А смотри, а я буду давать зеленый чуть-чуть. Подожди. И чуть-чуть желтый. И посмотрим, что получится. Давай. Катя, посмотрим, что получится? Угу. Давай. У Кати очень красиво получилось яичко, покажи. У меня был еще здесь красный цвет, поэтому он примешался. Вот такое яичко получилось у Максима. Сейчас Катя будет делать зеленое яичко, да? Розовое такое. Так, давай. Давай зеленый. Бери, Катюша, капай. Катя захотела без перчаток. Она не боится вымазаться. И я тогда попробую. Как-нибудь так. Отмоемся. Не боюсь. Катя не боится испарить. Вымазаться не боится, Катя, да? Хорошо. Молодцы. Хорошо, отлично. Посмотри, какой у Кати красивый яичко. Смотри, какой зелененький такой. Так. Отлично. Смотри, какие красивые получаются яйца. Ну. Так. Размазывай пальчиками. Доча, размазывай. Давай. Золотистые будут. Чуть-чуть. Как у курочки рябы. Папа, держишь, мама? Давай. Я только боюсь. Вот так. Убежала от тебя надо. Золотистая, да, будет? Я взял новые пакеты.
Давай, папа. Другие чистые пакеты. И сейчас попробую сделать не простое яйцо, а золотое. А вот эти яички Катюша красивые сделала, маленькие. Вот такое золотое яйцо у нас получилось. О, красота! Катюш, тебе нравится так красить? Так, Катя сейчас будет красить зеленым цветом, да? Ура! Катя, ты не боишься вымазать свои красивые ручки? Нет? Ну, давай. Так, Катя будет сейчас красить зеленое яичко. Давай, Катюша. Чуть-чуть. Давай, отлично. Хватит. Анечка, держи крепко. Угу. Хорошо. Катя старается, хочет сделать, наверное, самое красивое яичко, да, Катюш? Вместо папы. Ну, о, смотри, какое красивое яйцо у Кати получается, папа. Красота. Ну, давай, клади на тарелочку. Аккуратненько. Тихонечко, да. О, самое красивое, наверное, это яйцо получается у нас, да, Катюш? Самое яркое. Да, самое яркое. Я хочу еще покрасить. Класс. Оно. Я хочу еще желтым покрасить. Еще? Ну, давай, подожди, доченька. Красный. Давай, Катюша. Яйцо убегает от Кати. Так, яичко, ай, не убегай от меня, осторожненько, ай, стоять, ай. Вот такой у нас получается перламутровый. Это моё. Да. Будет. Хорошо. У меня будет больше яиц. Вот какая красота, блестящая, да. Яркая. Вот в таком пакетике 5 грамм. У нас 3 пакетика, желтый. Зеленый и фиолетовый, да? И, в принципе, если аккуратно окрасить, можно накрасить 2-1.5 яиц, я думаю. Ну, там около 13 яиц на пакетик. Около 30 штук, в общем, можно. Ну, важно, конечно, желательно купить перчатки, вот такие, как у Катюши было, в аптеке. И тогда удобнее красить намного. Ну, ребенку интереснее, конечно же, без перчаток. Вот такие, такое яйцо. Такое яйцо, дорогие друзья. Получается красивое. Мама. Ой, какая красота получается. Вот это яйцо. Невиданное. У меня уже светлые яички. Красоты. Папа, яйцо невиданной красоты. По-моему, очень даже ничего. Ну как тебе, Катя, понравилось мое яйцо? Да. Отлично. Вот такое яйцо у нас получилось. Добавляем его к остальным. Чья очередь красить яйца? Моя. Да? Ну давай. Да. Папа, яичко, Катюша в студию. Я сегодня буду красить зеленое яичко. Ну давай. Так, чтобы насущный цвет. Класс. Так, по всему яичку сейчас. Да. У нас было салатовое, смотри, косюль. Давай ручками, ручками. Крути, крути, крути его. Давай, друг. Так, молодец. Вот. Ручками вот так. Вот так самое лучше красить. Катя показывает, как надо. Молодец, Катюша. Знаете, какое у меня получится? Я думаю, зеленые. Думаете, хорошо? Да. Нет. Еще не готова? Нет. Так, я думаю, будет очень красивое зеленое яичко. Правильно. Да, ура! Хорошенько три со всех сторон, оно станет. Давай, еще. Да. Яичко, вот умница, Катюша. Я даже горячее не боюсь. Тут ты вообще молодец, милая. Да, яичко, потому что горяченькое чуть-чуть, да, Катюша? Типа вам. О, красота! Еще по 3 чуть-чуть, чтобы она заблестела. Ну, дети могут ручками, а взрослые делают в перчатках, да, Катюша? Да. Дети не боятся вымазаться? Как тебе больше нравится красить яйца, в перчатках или ручками? Ручками. Ручками интереснее, да? Красота. Вот это красота. Вот это точно красота. Ну, давай. Клади тихонечко, тихонечко. Давай, с другой стороны. Наша. Пускай высохнут, чтобы потом нам... Так, вот. Знаете, какие у меня руки? Покажи. Поворачивай. Бам!
Ничего себе, какие руки! Стирайте! Если вам понравилось видео, дорогие друзья, обязательно поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и, конечно же, комментируйте. До новых встреч! Пока-пока! Вот так мы покрасили яйца. Если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайк. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!